Все, что у меня есть, я завещаю своей дочке. Да уж, перед спаррингом с таким противником точно стоит подумать про завещание. Друзья, я хочу с вами заведомо попрощаться. Возможно, это будет мое последнее видео сегодня в Инстаграме. Чтобы выйти на ринг с главой Чечни, рэперу даже приходится бросить все свои дела в Москву-Сити и отправиться в Грозный. Настоящие мужчины выбирают спорт. Адреналин по венам и боль пройдет. За команду, за страну, только вперед. Готов к труду, готов к обороне. Но волноваться не стоит. Рамзан Кадыров все же над народным любимцем сжалился и оставил Тимати целым и невредимым на радость многотысячной толпе фанатов. А русский мужик встал и сказал, хватит, и страна ему верит. Будет непросто, но мы соберем осколки русской империи.